Всем привет! С вами Алена Бордовская. Хотела бы я сказать из Крыма, но нет. Кстати, очень похоже, как будто я сейчас нахожусь в Крыму. Как будто где-то на ЮБК, вот это остров. Чистое море, камушки. Ну, очень похоже. Значит, почему я уехала из Крыма? О, на островах намного лучше, чем в самой Паттайе. Море чище. Сюда добраться можно всего лишь за 30-20 человека на катере. И потом еще на тук-туке 30 бат. 60 бат – это 120 рублей. Ну, 120 туда, 120 обратно. Короче, 1000 рублей нам на семью вышла эта поездка. Ой, я сейчас так посчитала, аж самой страшно стало. Но видео у нас не про это, а видео про то, почему я решила уехать из Крыма. Кстати, пальмы. Ну, наверное, вот сейчас, когда я здесь стою, немножко понятно, да, почему. Те события, которые сейчас происходят между Россией и Украиной, о них, во-первых, я не могла даже подозревать. И мне кажется, такое вообще никто даже себе представить не мог в своих головах, то, что сейчас происходит. Поэтому это точно никак не связано с моим отъездом. Планировала я в Таиланд. Я уже, на самом деле, открою секрет, я уже была в Таиланде давно. И безумно мне здесь понравилось. Я планировала сюда вернуться. Но так вышло, что первый раз, когда мы собрались в поездку, я узнала, что у нас будет пополнение в семье. А второй год, когда она родилась у нас в октябре, и поэтому с грудником таким маленьким, совсем не до поездок, не до 9-часовых перелетов, это ясно, понятно. Здесь мы сейчас остановились в кондо, это кондо-минимум, это как бы типа снимать квартиру можно. Я вам сейчас покажу эту квартиру и расскажу, как я ее забронировала, вообще нашла. Ребята, короче, прикол. Это кондо. Вы сейчас подумаете, типа, ой, какое маленькое кондо. Нет, там еще комната есть, сейчас покажу. Тут есть микроволновка, плита, чайник. Тут есть все эти принадлежности. Раковина, холодильник. Этот диван раскладывается, то есть здесь еще может кто-то спать. Такой вот уютный уголочек здесь. Ну, я, как всегда, уже все разложила. Телевизор. Что, тебе еще дать? Ой, идем, дам еще, идем. Так, вот я уже здесь захожу, здесь туалет, душ, вот такое все, у них даже это, шампунь кладется. Такая здесь спаленка, ну, большая кровать, в принципе, ну, такая просторная спальня. Самое интересное здесь, это, конечно, вид. Офигеть, да? Вид на бассейн, смотрите, сколько там детей. Короче, я это все бронировала через сервис Airbnb, кто не знает, вот я вам рассказываю. Там была большая скидка, и этот номер вышел 1000 рублей за сутки, 1000, что-то там 30 рублей. Единственное, что, ну, у них там типа 20% скидка была, плюс 200 рублей в сутки за электричество взяли еще с нас. И вообще классно, прикиньте, свой аквапарк здесь на территории, считай, вообще бесплатно. Взяла на 2 дня, зарегистрировала в этом Airbnb. И фишка в том, что прихожу, говорю, давайте я хочу продлить на неделю. Ну, думаю, приду, вдруг мне не понравится, вдруг здесь некрасиво там или еще что-то. А он мне говорит, а сутки стоят 2000. Говорит, все, типа акция закончилась. Я думаю, почему я только на 2 дня зарегистрировала? Нет! Что ж теперь делать? Здесь снимаем ролик для Мии. У Миечки есть свой канал, кто не знал. И потом ищем новое место. А почему бы и нет? Будем путешествовать по всему Таиланду. Офигеть, зашла в ванну сейчас помыться. Смотрите, кто у меня здесь. Видно, нет? Капец, он, интересно, кусается, нет, в ухо залезет мне. Вот так прям видно. Красавица, какая-то фигня. Кто знает, что это было вообще. Вот, вы себе представляете, квартира с аквапарком бесплатным за окном. Мия вообще была просто, сказать, что она была в восторге, это просто вообще ничего не сказать. Немного шумного моря вам. Вот по поводу этого сервиса Airbnb. Там, короче, такая фишка классная. Вот я с вами сейчас делюсь ссылкой, и вы получаете скидку 2100 рублей на первый заказ. Ну, там от какой-то суммы, от 6 или 7 тысяч рублей, я не помню. Ну, ты если на неделю берешь, там у тебя примерно так и выходит. Вот этот кондо вышел, 1050 рублей у нас. Вот, так что класс. При этом я тоже получаю бонус скидку на следующую поездку. То есть, получается, ссылка я с вами делюсь, вам классно. И вы, как бы, регистрируетесь, и мне тоже классно делать. В общем, классная фишка. Я думаю, поэтому очень быстро этот сервис так набирает популярность, потому что еще буквально там 3-4 года назад я о нем не слышала. Немного зайдем в воду. По поводу Крыма, ребята, Крым — это то место, где я хочу жить, где я чувствую себя энергетически целой. Вот я не знаю,
поймете вы меня или нет, но это место, где я заряжаюсь, это место, где я на своем месте, так скажем, вот. Ну, то есть у меня папа сам из Крыма, у меня все родственники в Крыму, я каждый год бывала в Крыму, и это, вот это моя родина. Но это совершенно не значит, что я не могу посмотреть весь остальной мир. Жизнь, она одна, вообще одна. Я не скажу, что короткая. Мне кажется, чем больше впечатлений в твоей жизни, тем она длиннее будет казаться. И я хочу вот прожить ее по полной. Я хочу посмотреть мир, я хочу посмотреть и Азию, и Европу. Даже хочу попасть каким-то образом в Америку, хотя я крымчанка и боюсь, что могу быть под санкциями. Но все-таки мечтать-то не вредно. Еще один вопрос, который многих интересует, это... Алена, на какие шиши, а я тут собираюсь больше месяца в Таиланде тусить, на какие шиши ты собираешься тут тусить? Короче, если вам интересно, пишите в комментариях. Вот, я из тех людей, которые, ну, не стесняются, там, мне нечего скрывать, там, свои заработки, я никаким там нелегальным путем деньги не получаю, там, не знаю, наркотиками не торгую. И еще я ожидала здесь найти ракушки. Но на этом острове их нет. Я знаю, где они есть. Обязательно я хочу дней 10 провести на острове. Знаете, чтобы просто релакс, просто пальмы, просто белый песок, просто я и океан, и вы со мной. Ну все, с душой с Таиланда. С вами была Алена Бордовская. Всем пока!